Погода, установившаяся в эти дни в Самаре, хорошо подходит для того, чтобы проводить аварийный ямочный ремонт. Такой вид работ выполняют при температуре от минус 10 до 10 градусов. Асфальтобетонная смесь разогревается в кохере до 220 градусов, а потому ей не страшна даже сырость. Для того, чтобы приступить к ремонту, яме сначала придают ровную геометрическую форму. Затем карту тщательно очищают, выметают мусор, с помощью специального оборудования выдувают лишнюю влагу. Сначала начинается обрубка ям, то есть разборка асфальтобетонного покрытия. Потом очистка основания от грязи вот МТЗ-щеткой. Вот, и потом уже ремонт литой асфальтобетонной смесью. Рабочие приводят в порядок дорожное полотно на улице Губанова. Здесь ремонту подлежат почти 30 квадратных метров дорожного полотна. Разрушение ликвидируют литой асфальтобетонной смесью LA-16VT. Данная смесь идет на кубовидном щебне и соответствует новым ГОСТам, обладая повышенной прочностью. Работы на всех этапах контролируют специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Куратор выезжает на объект, контролирует продувку, также отбирается смесь асфальтобетонная на физико-механические испытания, потому что как бы это основной ее показатель. В случае, если асфальтобетонная смесь проходит и соответствует рецепту ранее утвержденному, то данные работы принимаются. Если смесь не проходит, то, соответственно, подрядная организация устраняет данные замечания. Всего в этом году аварийно-ямочный ремонт выполнит на участках общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Сделано более 55% работ от плана. По состоянию на 4 апреля дорожные службы привели в порядок более 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В первую очередь ремонт выполняют на тех улицах, по которым есть предписание ГИБДД, а также обращение жителей. Там, где позволяет дорожный трафик, работают днем. На особо оживленных участках дорог специалисты, чтобы не создавать помех движению, работают ночью. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.